венецианца Антонио Вивальди. Он написал огромное количество концертов для разных солирующих инструментов. Был он скрипачом, как вы знаете, поэтому прежде всего старался для своей любимой скрипки. Но у него написано много концертов и для духовых инструментов, и для продольной и поперечной флейт, для фагота очень много, для трубы валторн. И, конечно, он не оставил своим вниманием и гобой. Интересно, что Вивальди не владел духовыми инструментами, он не был исполнителем на духовых, но в своих сочинениях для духовых проявил удивительно тонкую и изобретательную трактовку этих инструментов. Вивальди написал 11 концертов для гобоя и 3 концерта для двух гобоев с оркестром. Такие концерты именуются двойными. Вот один из двойных концертов, концерт «Ре минор», прозвучит в нашей программе в версии для гобоя и флейты. Дуэт Алексею Балашову составит солистка Самарской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктория Муратова. Итак, Антонио Вивальди, концерт «Ре минор» для гобоя и флейты, сочинение в 3 частях. Исполняет камерный оркестр «Волгофилармоник», солисты Алексей Балашов и Виктория Муратова. Thank you.